Сколько у меня пилюльная банка? Так. Привет, ребята. С вами Виктор, и это Twitch Mod. Да, я плохо пою, я знаю. Но, может быть, он поет лучше. Twitch Mod! Смотри, аж донат выскочил. Так орнул. Спасибо за донат. Пока рановато, потому что ты мог бы целого монстра призвать, если бы мы уже играли. Ну, в общем и целом, ребят, этот Twitch мод, как я в прошлый раз и говорил, я его запущу, скорее всего, с модом на донат, чтобы как-то компенсировать тот прыжковар-угар, который вы мне будете сегодня генерировать. Это новая версия Twitch мода, там нужно было заново выставлять вероятности. Я вот взял стандартные вероятности, увеличил, сделал побольше вероятность того, что выпадет какое-то событие, и чуть-чуть поменьше вероятность всего остального сделал. Ну, чтобы побольше событий было, как обычно с вами бывает. Также вы можете, как бы, донатами своими присутствовать. То есть ваш донат, соответственно, вон там прайс-лист, что происходит за ваш донат. Все это будет происходить. В общем, мы с вами решили сверх-мега-интерактивную какую-то вещь сделать. А, кстати, подписка на Twitch, если еще делаете, то вы тоже попадаете в игру. Прям вместе со мной бегать будете. Хитро? Да. Жопа? Нет. Хитро жопа. Возможно. Ой-ой-ой. Тихо. Это с последнего доната приехало. Так, ну, в общем, как обычно, ребят, в Твиче. Сегодня мы в Твиче это все делаем. А, значит, голосование 1, 2, 3. А, все можно там донатами еще это подправлять дело. А я побежал. А что это у меня с активным предметом? А, я же уже играл. Точно, я запу... О, боже мой. А где моя супер-пупер упоротая комната, которая должна быть в Twitch моде на самом старте? Это нечестно, меня обделили. Ладно. Лимоночка. Удача. Highlight the location of secret rooms. Tinted rocks. Ну ладно. Куда это она? Она просто летает. Ладно. Что это? Что это? Вы мне Pretty Fly дали. Спасибо, ребята. Спасибо. Теперь главное, чтобы вы мне не начали давать какие-то упоротые вещи, которые... Смотри, а мне подсказывают, где будет секреточка, кстати. Может быть и неплохая штука. Как изначально казалось. Так, ребята уже ивент выбирают. Так, надо подготовиться. Воу, Джокер. Нехило так Джокер на первом этаже поиметь. Да ладно. Че, прям вот так вот, да? Джокер. О, жесть! берем пока. Дают! Нифига себе! Прикиньте, Джокер и мини-карт. Офигеть, вот это я нашел. Это я сам нашел. Ничего тут, ни зрители, никто к этому не имеет никакого отношения. Вот еще, смотри, сердцами меня снабдило тут. Слишком жирно, не думаешь? Что такое? Что происходит? У меня жопа горит! Или что? Слушай, я очень стал быстро бегать, у меня реально горит задница. Fastest kid alive. Самый быстрый. Слушай, они еще и подгорают с этих... С моего пути, так сказать. Классно. Такого, кстати, то ли не было, то ли не выпадало мне никогда. Прикольно. Я бы сказал, даже это больше позитивная, чем отрицательная какая-то штука. Потому что... Это как... Я сразу вспоминаю, когда такую вот штуку вижу. Я вспоминаю Диабло 2. Там Сорко, у которой был вот как его скилл Blaze. Она реально прям... Она быстро ускорялась и начинала очень быстро бегать и за собой огненный след оставлять. Но тогда еще жопа... Оу, я опять немножко подвис, ребят. Сейчас я развисну, погодите. Опа, мне Артец подсобило. Джулиан Бреннан поддержал на 250 рублей со словами: «Виктор, вы выглядите на все 100». Так, в общем, пока я камеру чинил, кто-то закинул 250 рублей и там по мелочи закидывали. Так что посмотрим, что сейчас будет. А где мои 250 рублей?
А, они не сработали, потому что их перебили чем-то другим. Ах, я же на паузе, да, здесь. Работает только последняя, ребят. Боже мой, что это было? Что со мной? Я телепортируюсь постоянно. 10 рублей со словами: привет. Соседу отец привез на 2 месяца еды. Теперь можно и на тебя потратить. Песня. Спасибо. Мазараша. Боже мой, что происходит? Порталы какие-то постоянные. А, я понял. Ой, смотрите, у нас автобус отправляется в ад. Это у нас было дьявольский обмен. Ну, это, в принципе, дьявольская сделка. Вам дьявольский артефакт дают, и вы теряете один контейнер. Собственно, видимо, я его потерял. Блин, как упорото все это выглядит. Пью-пью, дайте мне артефакт взять. О, все, нормально. Спасибо большое, это довольно-таки классный артефакт. Я, как говорится, найду ему применение. Не забывайте про подписки, если хотите вместе со мной участвовать в этом замесе. А почему бы нет, давай. Лак, оп. Слушай, я же могу вот так сделать, смотри. Хоп. О-о-о-о-о-о. Game will collapse, but there's nothing in it. В общем, вы мне повреждения очень сильно маленькие сделали. Но я тут нашел вещицу, которая мне очень даже подойдет. Я Левиафана, кстати, собрал. Нифига себе, как я выгляжу. Мощно, да? Смотри, я здесь всех напорол. Ох, как я всех нажарил, а, ребят, вы посмотрите. Всех обманул. Ой, это еще мой цветок сработал, кстати. Мой цветок сработал, и там хорошая комнатка есть, но, к сожалению, у меня нет бомб, чтобы... Тихо, не подходите ко мне, я опасный. Во, отлично. Так, ключ. Ключей тоже лишних нету, а теперь появился, ты посмотри. Оу. Давай вскроем его. Слушай, я чувствую себя королем. Мне кажется, что вообще вот такую катку уже невозможно запороть. Потому что настолько все мощно. Что такое? 5 бомб! Воу! Спасибо, ребята. Вы сегодня решили мне не это... В общем, вы решили мне сегодня помогать, я понял. Но это мы так с вами, знаете, пройдем вообще со свистом. Ансус. Давай прожмем. Да, газ. Юрите. Ну давай прожмем, ладно. Ладно. Так, сюда давай, деньги есть. Так, PHD, Better Pills плюс 1 пилюля. Да нет. Наверное, нет, ничего не буду брать. А, пошли в золотую. Если мы там с вами столько всего вкусного возьмем. О, 6 тролль бомб. Что-то я не люблю этот артефакт, честно. Этот тоже не люблю. Потому что когда Витик начинает стрелять косо, какие-то проблемы начинаются у меня постоянно. Блин, ну у меня топ вообще сборка. Эй, тихо! Ты куда меня? Что происходит? 130 рублей. Мама! Здрасте, подчеркивание, Доктак Блэд. Витя собрал имбу на первом этаже. Меня укачивает, куда я попал? Покажите мне хотя бы мини-карту. Нет, значит, сначала телепортировали, а потом начали укачивать. Ну, пошли куда-нибудь направо. Куда я попал? А я тут был, нет? Не пойму пока что. Где я вообще нахожусь? Здесь тупик, что ли? О, боже мой, ребята, не смотрите в это. А, во, я босс нашел. Я нашел босса, я к боссу пошел. Синтойл, Анжелик, Призм. А вы там еще и голосуете, да, дальше? Если я без повреждений пройду то... О! Спасибо. Хотел сказать, если без повреждений пойдут его боссы, это будет просто победа. Но... Да, я прошел его без повреждений, но... Просто отменилась вот эта вот ука... О! Спасибо! Давайте имбу какую-нибудь соберем тогда сегодня.
Шкель поддержал на 250 рублей со словами: «Ну на еще». Английскую призму дали! Откуда она взялась? Как Джулиан это Бреннан поддержал на 250 рублей со словами: «Около. Мой донат не сработал. На еще. Я собака, ты собака, я собака, ты ой, собака, господи, я собака, боже ты мой. Собака, я гадхета, ты молодец, доллар, челгарунт, доллар, доллар, франкирс, доллар, доллар, библетум, доллар». Нифига себе, речитатив прочитал. Доллар, 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 доллар. Ну это ж ангельский артефакт. Оу. Куда мне все эти сердца девать? Если я его взорву, из него полезет удовольствие. Ну, вы же понимаете, о чем я. Блин, прикольно, у меня призма теперь ангельская есть. Конечно, через нее стрелять почти невозможно, скажем честно. Это забавно, спасибо. 100 рупотынки, новичок, круто. Круто, я знаю. Слушайте, столько ртов лежит по этажу по всему. Офигеть, тут лимонная штука. Так, погоди, куда меня... Как я сюда попал вообще? Не телепортировало, что ли? А вот моя карта. Фух, Джокер. Так, это все на месте. А, блин, надо было взять, чё ж я... А, ладно, поехали. Поехали дальше. Витя, где Джокер? Да он меня выпал и меня потом высосало. Но я уже вернул его, все в порядке, не волнуйтесь. Джокер на месте, карта тоже. Да давай, чё? О, могли бы и побогаче как-то накидать. Я бы, как говорится... Так, select item, вы опять не предмет генерируете. Погодите, а где события? Событий десятка стоит, предмет тройка стоит. Вероятность выдачи предмета 3, событий десятка. Вот это называется везение. О, новый арт. Гаппи Сколар, отлично, ребят, мы сейчас еще и гаппи соберем с вами. А, призму, походу, мне выдали, которые... Люди... Донатом, да? Ой, голосованием. Я просто особо сильно не смотрю, что вы там голосуете. Пелсар. Ну, не знаю. Что? God's Flash. А почему God's Flash это гриб? Так и должно быть? Берем. Obsessed Fan. Obsessed. Да, одержимый какой-то просто фанат, ребят, у нас. Муха-фанат. Одержимая. Не, ну через призму, конечно, весело. Она такой дамаг впиндюривает. Так, вы мне тринкет выбираете, да? Давайте. А то моя как-то очень плохо работает. Редко работает. Хочу крутой тринкет, ребят. Давайте кенсер. Сразу кенсер, чтобы уж наверняка эту игру пройти уже без проблем совершенно. Так, и сердечечко. Супер. Я могу, конечно, пробельчик использовать. Хотя, наверное, надо, потому что вы мне можете активный предмет заменить легко и просто. Брокен магнит? Вы что, прикалываетесь? Вы считаете, что это хорошая тренька? Вы там в Айзека хоть кто-нибудь играл из вас? Оп, спасибо. Кто прислал? Здрасте, док. Спасибо тебе большое. Отличный, отличный ключик. Прям вот. Правда, они мне теперь не нужны. Хотя, погоди, я же смогу открывать что-нибудь. King Baby. Королевский бебик. Я же смогу ящики всякие открывать, да? Ключами. Это я в комнаты могу входить. Как к себе домой. Давай-ка подонатим чуть-чуть, а. А то мне в донат-аппарате... Ой, спасибо за сердечко, Олег. Олежек, спасибо за сердечко. Ну, пока я фулл хп, поэтому, извини, некуда. Все, деньги кончились, но зато теперь у меня... Топ. Тупичок. О, нормально, видали, видали? Это моя тринка так работает.
Так, я смотрю, сейчас будет какой-то ивент. Не понял. Я что, исчез? Find yourself. А, вы меня сделали невидимым. О, блин! О, как это оказывается прикольно, а? Я даже себя не вижу. Тихо, тихо, тихо. Я даже не знаю, уворачиваться мне или нет. Куда оно летит? Оно просто летает, да? Ладно. Просто она же находит еще Tinted Rocky. В смысле, не Tinted Rocky, а эти, как его, скрытые... Да как ключ-то взять? Подземные вот эти вот гаражи. Как они называют? Что-то мне из головы вылетело вдруг резко. Поэтому надо ждать, если она летит куда-то. Во-во, смотри, полетел куда-то целенаправленно. Вот здесь секретка будет, смотри. Она находит еще проход в... Оу. О, как. Спорная. Спорная штука. 5 бомб. Это вы намекаете, что я должен здесь все взорвать? Ну ладно, давай. Ого, нифига себе лопнуло. Вот это я понимаю, взорвал. Так, ну мы с вами все нашли, что хотели. Я думаю, пора к боссу. Там был артефакт. Джулиан Брен. Что там был за артефакт? Я к нему вернусь обязательно. Джулиан Бреннан поддержал на 250 рублей со словами. Бреннан. Игра призываем. Сейчас я пойду посмотрю, что там загенерировалось мне. Чуть в дырку не прыгнул. Ball of Bandages. Ну, в принципе, это логично. А здесь... Trinity Shield! Ни хрена себе ты мне засамонил артефакта! Офигеть! Так, Джокер, давай. Joker. Betrayal. Ну, это фигня. Нифига себе, Trinity Shield. Давай сейчас еще Godhead. Sacred Heart. Я только буду рад. Имба, кричат. Ну, знаете. Да. 101. Это специально, чтобы не при... 101 рупор, хозяин, привет. Витя. Можно ли посоветовать... Привет. Через донат игру? Если да, то следующим, конечно, донатом будет... ДД, кстати. Конечно, можно. Кто запрещает-то? Тут некоторые люди пытаются рекламу пускать через мой донат. Там, типа, зайдите на сайт такой. Ну, конечно, не проходит, потому что ссылки блокируются. Но это забавно. А уж игру-то пожелать, конечно, можно что-то. Ты-ты-ри-ты-ри-ты. Чувствую себя каким-то королем, убиватором. Пыщ, 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 пыщ. Так, выйду, выйду. Давай-ка сходим сразу. О, Крампус. Крампус. А-ха-ха-ха. Как ты меня обманул-то. Паршивец, ты прикинь, а. Нашел-таки, как меня обмануть. Он взял и стрельнул крестиком. Вместо плюсика. Голосование идет. Select Companion. Ой, ё! Что это было? Это от вас подарок? Так, пойду-ка я попробую шансы, знаете, понивелировать. Давай попробуем уже. Вот так. Сейчас посмотрим. Я сейчас вот прям... События должны одни за другими идти. I'm excited. Ой, чего я наглотался. Что, у меня аж сопли радужные полетели. Витя ломает мод. Да не, ну что ты. Я так его слегка подламываю. У меня ж такой имбыт никакой нету. Я всего лишь немного
прилично дамажу, прилично выживаю. Воу! Жалко, на 228 я не сделал никакого эффекта, наверное, надо было, да? Может быть, надо было сделать... 228 рублей, это уль, подчеркивание, дрем, доброго вечера или ночи. Мой первый донат на твоем стриме, но не самый первый. Если можно, то поставь песню Датабаси Маню и Тамисион равно. Можно, конечно, поставлю, с удовольствием. Уникорн Стартпис. Называется событие «Единороги стали писать». Собственно, перевод-то и не требуется. Ну, кроме слова «уникорн». Деньги, 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 деньги. Так, снова следующий ивент подходит. О, удача. Ребят, я удачу подобрал. Ивент должен быть хороший. Давайте. Вы как-нибудь там тоже смотрите, что у меня удача уже 4. Значит, какие-то хорошие ивенты должны быть. Понимаете, о чем я? Видимо, нет. Книжка с монстрами. Полапаем, чтобы даблшот был. Я вообще забыл, что этот королевский детеныш делает, который вот у меня тут мерцает. Магаз! О, нифига. Ой-ой-ой-ой-ой, тихо. Что это такое? 100 руб от подписчик Гонахаши и Делириума. Раз ты крутой, мега слишком слаб для тебя. Высокое напряжение. Ах, вот оно что, оно еще и меня дамажит. Эй-эй-эй, тихо. Что, муха у меня такая с высокой напряженностью? БФФФФС. Ай. Так, все, я понял, надо бежать. Надо валить, а то я сейчас тут без жизни останусь. Йо, вот это залп. Вот это цветочный тринкет выдал. Тихо, не надо. Не надо меня. А, смотри, монстров тоже гасит. А я вас не боюсь, я теперь... У меня тринти шилд есть, я спокойно блокирую все ваши удары. Просто могу внахрап идти. Так. Это было. Все было. О, тринкет. Да ладно. Какулю кто-то мне прислал. Спасибо большое, Ксюрис. Эй, черт! Ай! Как же так-то, Витя? Совсем расслабился человек. Что такое? Ring of Eternal Flame. Ребята, это же что такое за кольцо? Что это за тринька? Кто-нибудь знает информацию про нее? Здесь я уже бывал. Давай, ладно, фиг с ним. Отбрасываем свои корни. 190, это у нас мини-босс. 190 руб от папаша Стэна, сделаем игру веселее. Давай. Тихо, не взрывай меня. Ну, сейчас, да, уже тяжело сделать ее веселее. О! Вот это веселее! 110 труп от хозяина Кей. Игра Магич Рампаги. Помесь платформера и экшена. Игра хорошая. Недавно вышла 4 глава и русский язык. Поиграй, если понравится. Поиграй Magic на стриме. Rampage? Удачи! Мама! Я отвлекся. Кондей включить. Ваш донатный. Мой донатный. Что? О, дедай! Классная штука. Вот это круто, ребят. Вот это вы мне подсобили. Это если там на каких-нибудь боссах, так вообще... Пенетрейшена не хватает, если честно. Вот сейчас пенетрейшена бы вообще бы зашибись было бы. Вообще бы не задумываясь бы всех подвалил. О. Ну почему бы и нет. Так, где-то там летало вот здесь, да?
Куда она когда летала? Там хорош камень где-то? А, ну здесь второй проход, логично. Кнопка. Стоять. Не очень хорошая кнопка. Давай сходим сразу, а то вы мне что-нибудь еще измените. Беру. Хорошая штука, плюс дамаг дает. Да еще и бесплатно, по сути. То есть она наш три сердца потом. О, беги, Форест, беги! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Хорош! Нет! Это что, рвота какая-то? Что? Почему она коричневая? Мы же не в South Park с вами играем. О, какой артефакт! А я хочу взять. Пара-пару-пау. Девчонки, 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 не орем, не орем. Я себя просто каким-то монстром чувствую. Так что все-таки кольцо-то делает? Mother Start Peace? Это Mother Start Peace. Ну да, то у нас Unicorn Start Peace, то теперь Mother Start Peace. Все верно. Какой артефакт! Bloodlust, господа! Апу поддержал на 250 рублей со словами: держи, Витя, и обрати внимание на игру Чупат. Она скоро выходит. Уверен, вам со Стасом она очень приглянется. Да, да, мы со Стасом ее очень ждем. Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Harry, push the buttons. Не понял, что происходит. Это вон та штука, которая меня убивала все время? Не убивайте меня, пожалуйста. Перестал убивать. Странно, почему меня не убивает? Эффект вроде бы есть еще. Капхед мы со Стасом прям очень ждем. Стас мне про нее рассказал еще где-то в начале лета, про этот капхед. И прям что-то мне тоже так прям, ну, зашло. Как это называется-то? И вот теперь мы с ним ее ждем. Оу. Ну, почему бы и нет? А, эта тринька, скорее всего... Боже мой. Нет! Только не это! За что? За подленок поддержал на 777 рублей со словами: интересненько, как сработает D4. Отлично! Что это такое? Почему Trinity Shield у меня тут валяется? О боже мой, что со мной? Черт, я копил-копил имбу, копил-копил. И тут миллиард триничек. Ой, этих такого боссов стил, нормально. Speed down, health down. Balls of steel. Relax. О, жесть. Ну, черт побери, а. А где мой Джокер? Куда он делся? Он сделался пилюлей. Нет, у меня пилюльная банка. Ну как так? Ну это просто тотальное облажалово, ребят. Ну зачем вы так? Это нечестно. Это нечестно. Да. О, что это было? Да, это теперь игра не такая же простая стала. Сейчас будем с вами... Ой-ой-ой-ой-ой, что произошло? Сейчас мы будем с вами страдать. Во-первых, скорость низкая стала. Пипец вообще какая низкая. Чуть за радио такое. Тоже что-то местное, да? Не понял. Сердца дропаются сами по себе. Кто-то задонатил на сердце, что ли, или что? Ребята, у меня почему-то сердца лезут из меня. А я случайно гадки там не собрал, потому что как-то у меня очень много мух.
Ну и дичь. Ну и дичь. Ребят, мне нужен еще один реролл. Хотя мухи вообще сандалят знатно. О, даже выбор дают. Что это такое? Фекальные массы прорвались в массы. Я уже рэп читаю, ребят. Го, говорит, в лаву поиграем. А, это лава. Лава, лава. Я, наверное, даже возьму лак плюс хп. Из того, что дают. Ну вот, такая вообще веселуха была. Так хорошо шел. Так плотно все было. Так смачно. И у меня теперь 3,5 повреждения. И все. И фекальные массы вокруг меня. И никакой скорости почти. Ну надо ж так, а. Ну ничего. Я думаю, мы с вами сможем. Чуть-чуть червяки, они в мясо превращаются. Потом ползут дальше. Они дерзкие. Нет, ты убил моего червяка. Опять. Че, у меня синие сердца падают? Че за фигня, ребят? Вау! У нас первый человек, который решился на это. Аска Сноу. Да ёлки. Аска Сноу подписался. Что это со мной? Из меня... Из меня прёт. О боже мой. Так, я запутался. Что происходит? Джулиан Бреннан поддержал на 777 рублей со словами «по-крупному». Да уж, действительно, по-крупному. Ну, неплохо, кстати, стало. Не иди ты. Скорость какая, смотри. Я все жаловался, что скорость маленькая. Вот это я понимаю. Get out. О! О, вот с этой карты, ребята, мы с вами сможем попасть к мега-сатане. Lock up, something wrong. Выкидываем. А я еще и кубик 2 могу носить. О, дичь. Ага, компост. Ну все, спасибо, лишили меня последних вариантов. А, как ты здесь оказался? Ну, хотя бы дамаг вернули на место. Это позитивно. I'm excited. А, давай. Я теперь карты опять могу подбирать. Вот это круто. Пули летают, как из пушки. Бич-бич-бич-бич. А, компост, он типа компостная куча. Да, там что-то он собирает. Все. Потом еще раз используешь, он все достает. Что-то такое там было. Опа. Ямхард. Ну нафиг эту компостную кучу, я ее не понимаю. Че я схватил? О, не-не-не-не, это мне не нужно. Мне, пожалуйста, удвоенное количество всего и вот эту штучку. Все, погнали дальше. Не, ну с этим реально победить. Я так понимаю, все-таки у меня есть Гаппи. Да, но ненужная штука. Не, она забавная, но ненужная, как по мне. А что эта штука дает, интересно? Вот то, что Game is too easy. Может быть, это типа этого, как его... Что если продамажишься, умрешь? Что, где-нибудь нормально что-нибудь будет? Во! Во! Очень быстрые косы. Сойдет. Пью-пью-пью-пью-пью. Вот сколько я делаю черненьких личинок. Я уже не знаю, что там за синергия бешеная такая из артефактов. Но я просто уже топ.
чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу. Просто метание, метание весел, ребят. Я знаю, что это не весла, что это косы. Но это весла. Опять Витя имбу собрал. Obsessed fan. У меня же уже был один. А, ну мы же его реролльнули, да? Почему бы и нет? Я согласен с вами. Хорошая штука. Так, стоп. Кажется, я иду к боссу. Полет вы у меня уже в любом случае не отберете. О, уже мама. Ёлки-палки, как неудачно. Почему именно в этот момент? А? Че все магнитится ко мне? Лисандрел поддержал на 777 рублей со словами: а еще разок рискнем. Музыка в знаке. Мамочки! Фантастика. Я пержу. Так, в общем, что-то там сильно магнитится. Это я заметил. Get Out of Jail остался с нами. Хорошо. Так. Ой, полароид случайно схватил. Ладно. Теперь еще и мистик там дашь. О, как красиво. Мистик поддержал на 777 рублей со словами: по-крупному и еще крупнее. Песенка на твой выбор, Вить. Хорошо. Не нравится, блин, так переливаются, еще летят, и у них прям молнии такие тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр. Я так понимаю, вы мне хотите каждый этаж сделать что-то вот позитивное, да? У-у-у, говорит, луну получил. Что за луна? И сразу рерол. Тебе, говорит, испортили имбу, пишут. Ну, так нечестно. О, а чё нет? Давай посражаемся. Нифига себе! Если мне испортили имбу, тогда это что? О. Чё ты такой злой? Ух, жесть-то какая, а! Ой, полирую вообще. Ух ты. Медленный, правда. Ну жесть какая. Ой, что происходит? Кто что разбил? Супер ход. А, типа движешься и что-то это. Все, все понял. Опа. Давай возьмем гайпи. Ёлки-палки, у меня, походу, бессмертие есть. Вот это вот на один удар. Видели, я вышел без повреждений. Сейчас 3 миллиарда мух у меня будет. Я же их накоплю. Блин, что-то очень весело у меня происходит. Так. Я не понимаю, погоди. Они летят и еще стреляют в разные стороны молниями. Офигеть. Если это не имба, то что? А что там за луна-то была, ребят? Вот это да, пишут. А, какой кусачий ящик. А я могу открыть, у меня же бессмертие. На один удар. О! Опять суперход. Вам не надоело? У-у-у! А что, оно мне поможет? Поможет. Еще два этажа будет работать. Или сколько? Да, два этажа будет работать. Ищем босса. Ищем босса. Вот сюда давай. Эти глаза напротив. Я еще... Я их умудряюсь как-то лазером отталкивать. Я, конечно, понимаю, что у меня там на большое отталкивание что-то есть. Вон, писец вот этот вот есть, да? Сломанные кости. Неплохо, черт побери. Мне кажется, у меня мух уже бесконечное количество. Ну, в смысле, максимальное. Ну, в смысле, я и так победил. Интересно, убью за один заход? Что-то я его, по-моему, оттолкнул реально как-то очень сильно. Лазером.
Что такое? Не-не-не. А их что, два, что ли? Что такое, не въехал? Не, мне нравится, что у меня есть. Не надо мне ничего больше. Вот это я соберу. Оторванные головы. Едем дальше. Луна — очень плохой арт, делающий твои слезы орбитальными. Разве это луна? Так. Там же не луна нарисована. Так. Ух ты ж, ух ты. Ой, светомузыка какая классная, а. Никто не знает, как это получается, но получается красиво. Темновато вам, не кажется? Так, сюда меня не пустят. В чате призывы кто-нибудь Go 777. Да ладно уже, да. Ой-ой-ой, я очень медленно хожу. А вот, кто просил. Тихо-тихо-тихо-тихо. Спасибо, что я теперь быстрее ползаю. Спасибо за быстрое переползание. Поддержал на 777 рублей со словами. Ай. Слишком имбово, вам не кажется? Песенка, на твой выбор, Витя. Так, погоди. А, у меня и ножи, и бримстоун сразу. Еще и какахи положу. Ну, такое себе удовольствие, скажем честно. Ну ладно, давай, погнали. Боже мой, там еще и весла какие-то полетели. Откуда они? Откуда весла взялись? Сейчас все пукает, пердит вокруг. Я вас не пойду делать. Я вас не пойду. А, нормально, я могу как это, в Звездных войнах, ребят. Пичу-чу, пью-тю, пью-пью. Лазером стрелять. О, чуть с ними. Они радиоактивные стали. Не, нормально, чё. Нажимаем имитацию. Я Стивен Сигал, ребята. И бримстон какой-то выскакивает. А, у меня маленький бэбик есть. Бэбик. Делатель. Оу. Больно, у меня аж что-то разлилось. Жесть, реально все пердит вокруг. О боже мой. Черт побери. Ауджис. Это когда они что-то умирают, что ли, оно пукает или что, я не пойму. Судя по всему, да. Так, это спиддаун, это мы уже знаем. Что это такое? Локтус оф Амин. Что это такое? Ливс. Давай. Подходи. Да, это было просто. Так. У меня шапку отобрали. Ну мы как, к делириуму пойдем, наверное, или... Хотя так хочется пойти и мегасатане надрать задницу. У меня все-таки Get Out of Jail есть. Но многие за делириума, ребят. Многие очень за делириума. Говорит, Витя не заметил, как мы мук спернули. Ну, не то чтобы спернули, они просто теперь намного хуже генерируются, скажем так. Потому что ножи их не делают. Но зато если я буду стрелять вот этим чувачком с бримстоуном, будет очень много мух. Так что не переживайте. Годилю. Ну, Годилю, ладно. Очень многие хотят делириума, поехали к нему. Кто-то и сатану хочет. Ну ладно уж, дили так дили. О боже мой, что это? Кто-то вызвал подкрепление. А, все, я понял. Это вот событие такое.
Теперь в каждой комнате будут вот эти вот зеленые чувачки. Интересно. Жак, только на делириум, а когда я зайду, вот эти вот зеленые чувачки... Точнее, не зеленые. Вся заморочка в том, что мух-то я не смогу генерировать. Нужно будет как-то его побеждать. Когда-нибудь это закончится. Зато я пауков делаю, смотрите, сколько. Видимо, у меня же генератор пауков появился. Ой, я бежим! Ты, блин. Помните, как я зашел? Ой, бананы. Привет, бананы. Как я зашел в Void, и у меня... Я такой, давайте побыстрее найдем делириума. Я делаю 3 шага и нахожу делириум. Я точно... Я прям как сейчас помню, это просто круто было. Так, вот мы кого-то уже нашли с вами. Пошли, поиграем. Это война. Ай-яй-яй. Ну, ножики у меня хорошо пыряются. Скажем честно, да? Ножики хорошо пыряются. Так, давай взорвем вот здесь все. Посмотрим, что это. Грибочек. Не, давай лучше муху возьмем. Нам нужно больше мух, богу мух. Так, что еще такое? But not for you. Это что значит? Но не для тебя. Бластоциста. Прям на нос мне. Нормально. Да нет, с повреждениями проблем особо нету. Но я боюсь, что этот делириум может тупо своей вот этой вот скакалкой туда-сюда меня замочить. Кровавое пение. Get out of jail мне уже не понадобится. Black Rune тоже. Хотя может Black Rune понадобится, если какой-нибудь неудобоваримый артефакт будет. После убийства какого-нибудь босса. Да, мух действительно мало генерируется. Прям катастрофа. Я думаю, мы справимся. У нас есть все шансы. Тут сейчас прилетел, я даже не видел. Не понял, что это с дверями. Это вы такое сделали? Destination unknown. Видимо, да? Забавно. А, вон там еще покатушка есть. Я думаю, что убить не могу этого чувака. Прикольно. Он такие чав. Так, ну я знаю, что мне сюда надо. Адверсари. Адверсари это босс был. О, вот это вовремя. Вафель кэтл. Что такое? Адверсари это был босс в игре Death Rally. Ничего со с ралли, она не имеет общего. Это ралли смерти. Death Rally. Старенькая игрушка. Ой, очень старая. Так, ну что, The Void, так, Isaac and his Isaac. О, нет, только не это. Пожалуйста, только не Isaac and his Isaac. Сейчас будут везде Айзеки, смотрите. Вот они. Я помните мод Isaac. Как он назывался? А, The Isaac of Isaac. Как там, The Barrack of Isaac? The Isaac of Isaac Re-Isaac, или что-то там такое было, блин. Такая дичь. И кто? Я боюсь его. О, нет.
3 миллиона айзеков против меня одного. Да. Веселые были времена, когда был Реберс. Столько модов клепали под него, вообще достойных. Кстати, под Afterbirth их было чуть меньше, а вот по Afterbirth Plus хоть там и сделали возможность, что огромное количество там проще моды это делать. Что-то их стало меньше, наоборот. Ну, видимо, как-то народ не воодушевился. Дамаг? Отлично. Ну, если я с этим приду к Делириуму, я ему надеру задницу. Так что ваш единственный шанс, ребята, выиграть, это рерольнуть мне опять. Опа, Ера. Опа, Ера. А чё? А чё мне это даст? Ничего. Сундуков-то нету. The Binding of Isaac Re-Isaac, да, вот мне подсказывают. Но я именно так и вспомнил. Но его под Afterbirth Plus, по-моему, нету. Насколько я помню. Слушай, что-то я как-то уже хожу. А где боссы-то? Я же понимаю, что они где-то в уголках должны жить. Я пытаюсь их найти. О, что это у меня? Самонаводка появилась. Don't blink. Не моргай. А то что? Какие у меня кинжалы классные. Алгиз. Ну, если это Делириум, то это вот как раз таки... Нет, это Скуликс, но я наверное, Алгиз оставлю себе. Это какой-то... Смотри. Нифига себе, что это сделал? Я понял. Я когда моргаю... В комнате во время темноты проскакивает какое-то количество секунд действий. Видимо, так это работает. Прикольно сделано, кстати. Может, конечно, мое предположение не верно, но мне кажется, что это так. Где скример кричат? О, боже мой! О, нет! Нет! О, боже мой, мои уши. А чё трясется-то все? Хорош, все уже попели. Да. Мы развлекались как могли. Так тут у меня самонаводка взялась, я что-то не понял. Что я такое сожрать-то успел? Но она почему-то не всегда работает, кстати. Так, стоп, что это здесь? Секрето. Секрето Кола Тарарито. Хорош плюс дамаг. Я не знаю, зачем я деньги собираю. Потому что у меня и так максимум. Поезд и скид. О, мне опять сделали вот это вот вулкана горения. Еще и бомбы бесконечные. Ну все, пиши пропало. Делириум, я готов. Выходи, подлый трус. Ты где живешь? И где ты находишься? Ну да, 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 я силен. Мне кажется, я все сильнее и сильнее становлюсь. Пока ищу Делириума. Ну, в принципе, на это и рассчитано, конечно.
Так, может быть, он здесь? Смотрите, здесь наверняка тут так, бланк рун. Ну, поехали. Нет, это Итливс. Вообще закидал просто ее. Просто закидал. I didn't vote for this. Что происходит? Мне, кстати, рассказывали, что он дает, но я так и не понял, что. Temperance. Не-не-не-не-не. Алгиз для меня это лучшее сейчас. Какому-то интересно. Да как ты мне дотянулся-то вообще? Так, импресс, темперанс. Дэвил, мун. Все не нужно. Ладно, поехали. Где же ты? Люди, подскажите, где делириум? Ты кто? А это не сработает. Черт, зашел и стрельнул сразу. Может быть здесь? О, нашел! Fastest kit alive, ребята, отлично. В самый раз. Давай щекоти его ножами. Пили. Нифига себе, я его выкашиваю. Это я алгиз не прожал еще. Он сейчас прожал. Где ты? Иди сюда. Иди сюда, я сказал. Ну, какой-то порежу вообще. Вот он, вот он, вот он на лицо. На! Офигеть. Нифига себе. Такая торпеда. Ну, что забавно получилось. Что-то как-то я думал, что я намного меньше повреждений буду выдавать. Я прям подошел ему и в торец шпилечку так. Ац, ац, ац. Он по мне даже не попадал. Видимо, орбиталки помогали. А, погоди, у меня сердце. У меня сердце же. Я просто подошел к нему вот так, а сердце за мной стояло. И я собой блокировал весь дамаг. Конечно. Логично. Мистер Шифт, is it you? А, прикольно. Порталы специально такого цвета сделали, да? Ссылка на портал. Умудрился я все-таки в сундук попасть. Ну что ж. Забавно получилось. Все подумали о том, о чем хотели, просматривая этот ролик. А я сидел и думал, ведь если бы не вот эта вот помощь, которая вон там проходила, смог бы ли я? Наверное, да. Тогда бы не получилось бы реролить ту имбу, которую я на самом первом этаже собрал. Но на первом этаже собрать такую вообще зачет, это я даже не знаю. Это просто дичайшее везение. Надеюсь, вам понравилось. Я не буду чистить, ребят, с Twitch модом, тем более с модом на донат. Такая вещь. Потому что хочется и в Antiburst поиграть, понимаете? А там тем более какая-то обнова должна выйти была, или уже вышла, я не знаю, я не проверял. Поэтому поиграем еще не раз, но не сразу. Лайк ставьте, подписывайтесь, комментируйте, писать ссылочку на плейлист, на группу ВКонтакте. Всем пока!